Итак, всем привет, с вами снова я, это я продолжаю проходить Dead Space 2. Помню, в прошлой части мы побывали в космосе и поправили солнечные лучи, эти отражатели, которые стояли неверно. Так. Что-то. Вот мы попали к этим. Как их зовут-то? Я помню, одного зовут Строс, а девку не помню. Ну, короче, попали к ним, короче. Элли, по-моему. Элли ее зовут. Эту девку, вторую. Ну вот, мы попали. К ним? О, черт. Да, блин, ненавижу. Крысы толпой напали тут. Так, скоро закончится кислород, но все же надо быстро осмотреть все трупы. Ой, черт, еще один. Все осмотреть по-быстрому. Блин, да надоели, реально уже бесит. Ай! Надо, мне кажется, нам нужно порасматываться отсюда, а то нас эти монстры убьют. И у меня же нету ни хера. Нету аптечек. Черт, вот нашел. Ладно, лучше смотаюсь уже по-быстрому. А нет. Нам нужно оставаться здесь. Все, я умираю. Я чувствую то, что мы сдохнем. Куда гоу? Мне сказали гоу. Сволочь. Уйди. Не, ну это, конечно, было нелегко. Замучился я. С 0 хп имею. Ладно, давайте что-то о хорошем. Хорошая новость, то что мы их встретили. Элли со Стросом. И мы скоро должны отсюда восмотаться. Элли рассказывает то, что сегодня утром она прибыла с 30 человек. Всех убили, осталась только одна. Она, как я понял. Ellie, I know. I'm sorry. And here I am again. I've just walked one big fucking circle today. Так, а мы, как я понял, мы едем, зашли в какой-то лифт здоровенный. Right. There's a central hub in the main facility. Похоже, что это лифт не для людей, а для какой-то техники, которую везут вверх-вниз, походу. Так. И вот у нас начинается 8 глава. Довольно-таки неплохо, далеко мы зашли уже. Но все же было бы хорошо, если бы у меня было бы полное здоровье. Патроны. И здравая башка. А то с этими галлюцинациями, конечно же, надоедает. Как это? Аудиозапись. Послушаем-ка мы ее. Так, использую большую аптечку. Все равно мало жизни, мало. И я сохраняюсь. Как я это люблю делать, конечно же. Так, оружие. Резак. И давайте пойдем дальше.
Так, мы нашли силовой узел. Неплохо. Так. Опять нас запугивают какие-то монстры. Сейчас набросятся на нас, как всегда, неожиданно. Вот и потом приходится сражаться так. Так, вот. Хорошая комната, в которой много добра. И у меня ни хера нету места в инвентаре. На меня же напал кто-то. Я даже не спалил его. Что-то мне... Что-то оружие никого не гасит, хотя нет, все. Давай, перезаряжайся, черт. Чао, вау. А ну, пошел отсюда. Так, хотя бы пару патронов потрачу на него. Вроде бы потратил нормально таки. Я подобрал какой-то костюм классический. Очень интересно. Что за костюмчик? А это у нас что? А это вот есть классический костюм. Может его выбросить? Наверное, все-таки я его выброшу. А возьму я лучше вместо него рубиновый полупроводник. Он, по-моему, стоит все-таки недешево, и его лучше взять. А если есть место, то сразу брать обе вещи. Это и костюм, и полупроводник. Так, я сейчас иду с винтовкой. На ней у меня сколько-то патронов-то. Немного, 245. Бывало и получше, конечно. Ох ты, какой жердяй. Давайте его вручную. Хотя он нас сейчас, наверное, убьет, но... Все же! Можно рискнуть. Ай, нету стазиса. Так, сразу сюда заходим. У нас тут опять аудио-журнал. Давайте послушаем, что они базарят. Ну давай, жди. Опс. Чё света нету вниз? Вот, так-то лучше стало. Так, это на что? Пульт топливной обработки. Вот, Элли нам сказала, сюда надо идти. Вот мы и пришли. The circuits are fried. They must have fused the panel trying to keep those things out. There's gotta be another way. Батарейка стазисная, и все. The only other way is through the processing plant. But it's not meant for human traffic. I think I can stop it. Да все, хватит, давай. Хватит разговаривать. А вот они тут. За окном. He wants me to follow the steps. I want to gather straws. I'll be there soon. Так, нам доступно стало сохранение, и открылась дверь. Воспользуюсь моментом, сохранюсь. Подстрахуюсь, как говорится. Так, эта дверь у нас закрыта, да, по-прежнему? Так, нам сейчас надо сюда. У меня есть выбор, налево или направо. Пойду налево. Оба. О, чёрт. О, чёрт, ХП. ХП-то мало осталось. Ай, сзади, ну... Что же вы за спиногрызы?
со всех сторон обходит. Как же это бесит, реально. Давайте один на один. Хотя вы мутанты в этом не поймете никогда в жизни. Давайте мне аптечку. Совсем обнаглели. Ой, зачем я взял эти мины? Я ими все равно не пользуюсь. Верстак. Давно я не видел верстак. Как же я соскучился по нему. Так, у нас есть три узла. Предлагаю улучшить каких-то... какие-то две вещи. Точнее, потратить два узла. Улучшаем. Может, здоровье улучшить? Давайте здоровье. Здоровье ставим на первое место, как говорится. Самое важное – это здоровье. Ава, попали в зону невесомости. Ой, я, кстати, там... припоминаю это место. Нужно достать вот это колпачок или что это, не знаю, как вам объяснить. И нужно его, короче, на дверь прикрепить. А, не, уже готовый, вот есть. А, не, он просто летает. Берем, прикрепляем и стреляем. Мы уже такое проделывали ранее, если вы не помните. Так, а кстати, куда? А, не, я вышел. Не, в этой невесомости очень легко заблудиться, я вам скажу. Лучше идти по локатору, чтобы не запутаться. Сейчас, по-моему, будут эти люркеры где-то на стенах. Тоже неприятные враги нас. Нас они атакуют с расстояния. Так. There you are. I see your friend has powered off the facility. Remind me to thank her for providing me with your location. I've locked the processing cycle on. Я вижу еще один ящик. Get into your clock. It doesn't have to be this way, Titan. It does. It is. Goodbye. Goodbye, goodbye. Так, ну здесь, по-моему, все очевидно. Ай-яй-яй-яй-яй. Что-то я близко подлетел. Нужно тут заморозить все стазисом. О, черт, а это... Я же сейчас сдохну. Хотя можно было и просто точно пролететь. О, нет. Гасим люркеров. И давайте мы... подберем все добро. Тут, по-моему, его как раз таки немало. В основном, как всегда, кредиты. О, аптечка, неужели? Хоть это и радует. Далее нам нужно сюда. Так, а здесь как нам? Тоже стазис. Ах, этот пар. Он нас убил. Обидно, конечно. И откуда я начинаю? Да. Ай! Стазиса не было. Ну как же? Как же так? Нигде нельзя тут подзарядиться, а? Может, я тут пролезу все-таки как-нибудь? Ай! Сука! Ненавижу это место.
Просто не везет. Они издеваются над нами, я вам говорю. Так, стараемся аккуратно действовать, но... Вообще-то мне нужно пополнить стазис. Чего я не могу пролететь? А, все пролетел. Наконец-то! Это же жесть просто, как можно столько проигрывать, а? Промазали. А, вот, все. О, кто-то есть тут. Ой. У меня патроны кончились. Я никого ничего не вижу. Да блин. Ты что ли? Где они? Где эти свиньи? Все, побегал. Ой-ой, патроны пропустил-то. Блин, невесомость. Я тут все потерял, у меня же ящики тут где-то были. Вот они. Сейчас нам надо сюда. Ну здесь стопудово стазис поможет. Давай. Да, ё-моё. Быстрее, Айзек, лети, надоел. Не успели, блядь. А, все, да. Чё, опять что ли, с самого начала? Они совсем издеваются. Короче, быстро действуем. Мне это уже все как надоело просто. Чё кто-то гасит меня? Хер пойми, кто там. Короче, быстрее сматываюсь уже, на все мне пофигу, если честно. Эй, а тут чё? Да кто там снизу? Нахуй, свиньи мелкие. Достали. Так, эта дверь просто так не откроется. Здесь нужно взять тюбик. Как я это называю? Ну, а, вот он. И прикрепляем вот сюда. И поехали. Это уже... Я что-то не догнал опять. Просто издевательство какое-то. И как мне сейчас сюда надо пройти? Стазис помощь? Помощь, как говорят. Ааа, сейчас сдохну. Я, кажется, понял, надо ждать.
Там же вообще какой-то монстр, он мне что-то не нравится. О, черт, что-то ему не понравился, походу. Ай, как... какой-то нехороший монстр. А-а-а, бесит этот тварь. Главное маневрировать бы. Вроде мы его убили. А, что-то я нашел от него. Ага. А, вверх. Так, старая схема. Фу, как же это все надоедает, а? Вот эти скучные локации. Уже хочется реально побегать по земле, а не полетать. Эй, аптечку сюда. Так, ну и наконец, да. Фу, я вроде бы уже рад, что мы выбрались оттуда, во, с этой невесомости. Ну да ладно, так. Как всегда, ужасно осталось позади. А? Дебил какой-то. Они тут на своей волне. Так, а вот все наши друзья. You okay? It's getting worse. What is step four? Who will be waiting? If the screws, if the needle, she'll be waiting. He's not gonna make it. We gotta keep moving. There's an industrial transport upstairs. Runs on the same spoke as the commuter train. It should get us to government sector. One of us will have to deploy it from the gearhouse. Staring, asking. I stay here and I'll try to get him on his feet. И как всегда, это будет Айзек. Все задания выполняет Айзек. Извините, я сейчас. Все, извиняюсь, мне тут звонили просто. Так, у нас тут вроде ящики есть. Сохранение. Где-то магазин. Магазин есть, нет? К сожалению, магазина нет. Ладно, давайте я сохранюсь по-быстрому. И на этом закончу часть прохождения. Всем спасибо и всем пока.